Просто хочу сказать, канонически правильная европейская машина для России. У ней длинная база, 6х4 формула, два задних моста с блокировками, со всеми делами. Надо сказать, что и регион 125, а это там всякие контейнеровозы, там Китай рядом, там Аляска близко. В общем, там всякую Америку завозят. Тут там она, по крайней мере, вся Америка там осела в основном. Ну, еще сзади у ней все правильно сделано. Сейчас покажу. Это то, что я очень ценю. Во-первых, у нее 5 огонечков сделано на крыше габаритных. Вот они. И сзади у нее есть элемент, который самый важный. Это выхлопная труба. Чуть не упал. Выхлопная труба сделана по-американски. Даже с правильной стороны выведена справа, как на Volvo VNL. Так что это неожиданно такое. Особенно в Москве редко встретишь такой канонически правильный европейский тягач. Вот тот тягач, это братишки. Канонически неправильный. Хотя, ну, нормально, по асфальту на нем нормально ездить. По зиме херово, а на этом намного лучше.